В Люберецкой стоматологической поликлинике появится детское отделение. Об этом стало известно на встрече членов общественной палаты округа с главным врачом учреждения. Они обсудили перспективы развития поликлиники, а также повышение качества стоматологической помощи. Муниципальная стоматологическая поликлиника – единственная в Люберцах. С февраля этого года ей руководит Роман Антоненков, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Члены общественной палаты встретились с ним, чтобы узнать о планах развития медучреждения. Руководитель сейчас, который новый, вот Роман Викторович, главный врач этой поликлиники, он является главным стоматологом округа. Поэтому у нас очень большие надежды на то, что сейчас улучшится оказание как стоматологической помощи, но и взаимодействие с Министерством здравоохранения. Поликлинику в ближайшее время ожидает ряд преобразований. Главное – это открытие детского отделения, помещение под которое уже выделено и начался ремонт. Мы планируем один кабинет как детскую хирургическую помощь стоматологическую, один кабинет стоматолог-ортодонт. Вот. И вот напротив у нас кабинет, он небольшой, но мы планируем там сделать такую, как игровую комнату. Детское отделение сможет принять около 40 человек в смену. Для этого планируется дополнительное обучение врачей-стоматологов, а также набор новых специалистов. Также в поликлинике появится отдел имплантологии. Сейчас вот мы как раз решаем вопрос о закупке необходимого оборудования, чтобы запустить имплантацию. Это один из приоритетных проектов по здравоохранению и стоматологии. Это очень важно, потому что от улыбки каждого человека зависит и атмосфера, и взаимоотношения между людьми, и, конечно же, в том числе хорошее настроение. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.